Выпускники уже выбрали предметы, которые будут сдавать на едином государственном экзамене. А вузы представили контрольные цифры приема. Так, в Тверском государственном техническом университете для поступающих в этом году значительно увеличилось количество бюджетных мест. По каким направлениям, узнал наш корреспондент. Одно из востребованных направлений связано с компьютерной техникой и информационными технологиями. Сегодня на рынке труда каждая пятая вакансия из сферы IT. Таковы запросы в эпоху высоких технологий. В Тверском государственном техническом университете увеличено количество бюджетных мест по данным направлениям, а также открывается новый профиль обучения – разработка систем искусственного интеллекта. Как работает искусственный интеллект? Вот все мы знаем, как распознаются образы. Вот пользуемся ID-Face, да? Это одна из задач. Вторая задача, которая успешно решена именно искусственным интеллектом на основе нейронных сетей, это перевод. Чему мы учим, в частности? Мы говорим, просто нейронная сеть. Для каждого типа данных надо построить специальную нейронную сеть, которая бы более адекватно, но правильно соответствовать этим данным. Во-вторых, сам процесс обучения – это не простая штука, требуется значительная квалификация. После перерыва на химико-технологическом факультете выделены бюджетные места по направлениям биотехнологии, приборостроения, специальность фундаментальная и прикладная химия. Направление химия и специальность фундаментальная и прикладная – это, естественно, научное направление. И, соответственно, мы все-таки ориентируем наших выпускников на работу в лабораториях промышленных предприятий. Вторая группа – это технологические направления. Биотехнология, химическая технология. Обучаем людей именно для работы на производстве. И третья группа – она тоже техническая. Стандартизация и метрология – это именно… Как звучит название? Современный мир сложно представить без химии. Она является одной из наиболее востребованных областей науки и производственной деятельности. Невозможно представить общество без топлив, лекарств, полимерных материалов, лаков, удобрений и синтетических волокон. А значит, выпускники химико-технологического факультета будут востребованы всегда. У меня вот доска объявлений вот через месяц. Там не будет места ни для чего, кроме объявлений промышленных предприятий. Они ее завешивают всю, приносят студентам листовки. Раз в две недели приходят работодатели встречаться с четвертым выпускным курсом, либо с выпускным курсом магистратуры. Всего по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения в Тверском государственном техническом университете предусмотрено 659 бюджетных мест. Это на 137 мест больше, чем было годом ранее. Также увеличено количество бюджетных мест и на заочное обучение. Из того, что не было в прошлые годы, у нас более 10 бюджетных мест на направлении сервис, социально-культурный сервис и туризм, и, опять же, биотехнологии. Также наиболее востребованная информатика и вычислительная техника. У студентов заочного обучения тоже количество бюджетных мест увеличено. С правилами поступления и информацией о необходимых для поступления предметах Тверской государственный технический университет абитуриенты могут ознакомиться на сайте вуза в разделе «Поступающим правила приема».